Стало известно количество потерь личного состава и техники российских вооруженных сил в Украине. По данным Генштаба вооруженных сил Украины, в результате боев обезврежено 32 150 российских военнослужащих. Кроме того, атакующая сторона потеряла 1430 танков, 3484 боевых бронированных машин, 715 артиллерийских систем, 226 реактивных систем залпового огня, 97 средств ПВО, 212 военных самолетов, 178 вертолетов, 125 крылатых ракет, 582 беспилотника, 2455 единиц автомобильной техники и топливных баков, 13 кораблей и катеров, 54 единиц спецтехники.